только что был фильм. Это закрытый кинопоказ, и нам показали фильм о том, что журнал «Офисель Вояж» успел сделать, и о его планах на 2017 год. Суть в том, что, несмотря на кризис, люди в Москве, да и во всем мире, не перестали путешествовать. Путешествие – это то, что их увлекает до сих пор. Это то, что, наверное, это какая-то последняя отдушина, такой глоток счастья, который остался у человека, поехать в незнакомую страну, окунуться в ее культуру, забыться, потом вернуться в Москву и вспоминать об этом. Ну, то есть, все-таки люди, которые любят путешествовать, они с тем же успехом любят Москву, сколько и путешествия. Это я знаю точно, хотя они часто говорят о том, что они хотели бы жить в другой стране и так далее, что они там, что им нравится море, там жаркие страны. Очень многие сожалеют, что в Москве нет моря. Но в этом есть элемент лукавства. Я часто замечал, что люди, которые говорят о том, что любят путешествия, они безумно любят Москву.